правда. Все, первые контакты пошли уже сразу, да? Что, кого сфоткать? Давайте втроем. На какой? Когда мы встречались летом, я не ждался. Ну вот не видно ничего, видно только город Первый. Просто переключение было. Я регулировал воротами. Я ворота открываю. Не, ну надо поймать. Вы не затруднили. Другой регулятор не было. Мы эту ночь не останавливались, кстати. Ну это ужас. Да. Ужас? Конечно. Ну там удалите половину. Вы смеетесь вы тут все. Я могу вам написать. Земля. Конечно. Что за... Вообще, я не могу понять. Почему ты не можешь? Что там? Ну примерно, как бы все фото такие. Ну все, хорошо. Я начинаю. Ну не просто нажимай. Да, все, сделано. Или вот такие. Нормальный фон, что там? Давай, в соцсети выложите. Меня Девочек фотосессия. Слушай, вы сейчас ставили, когда вы тут фотки сделали, я думаю, как это было, да? Ну прямо? Ничего не рассказывает. Простите, пожалуйста. Я с тобой хочу. Я сейчас закончу. Я занимался. Пропустите, ребята, кто не знает, в очереди пройти не могут. Ну, они наоборот на вас любуются. Это самое ничего. Наш чемпионат, когда сказал, 18 тысяч. На 5 камер вышло. Может вам селфи-палку дать просто, чтобы как надо себя вести? Я хочу фоток одинаково. Я готов для самопрезентации, короче, просто сделать себе сарафан. У меня камера дружбушка, отличный регистратор, все с онлайн-поддержкой, я 24 часа с ума. Надо чуть-чуть разойтись, чтобы личный бренд слова было видно. Вот, лично, он же лично. Я покажу. Вот это круто, да. Вот так вот и надо. Вот это пойдет фоточка, это сразу на аватарочку. Я просто фотографироваться рядом со стендом, который вы закрыли с собой, но в смысле. Мне не надо. Я ж не такой популярный. Не такой. Почему? Не такой обычный. Я приеду на работу, слышу, что-то скачаю. Вообще, не хватит, что-то скачаю.
это, но и что? И что как бы жителю там Урюпинска, который хочет поехать в Крым, мое лицо даст? Ну вот, я к примеру. Как это что? Что? Вот, например... То есть масштабироваться на масштабы вселенной? Или просто кусок бумаги, да? Вот. Или ваша ну, фотка? Либо у меня логотип. Знаю, ну, либо... Вот я же говорю, либо логотип фирмы там с изображением Крыма уже как бы дающий, ну... Ну, на визитке это одно, но, в принципе, это и то тоже работает. Ну, допустим, да, логотип узнают и все такое. Ну, вот даже сейчас мы общаемся, она говорит, я вспомнила твой логотип. Ну, вот, ВКонтакте где-то есть на аватарке, говорит, я тебя вспомнила, ну, вот, там нашла, да, вот. Как, а лицо мое для ног? Ну, в общем, не знаю, надо... Но лицо все-таки, это вы же понимаете, это... Да, если речь о личном бренде, в том числе в масштабах города, да, если чтобы мы хотим, чтобы город нас узнал. Да, вас именно, не вашу фирму, там, ваш бренд, а вот именно лично вас. Вот. А если я, ну, у меня ориентир на, наоборот, да, допустим, на Россию, чтобы они приезжали в Крым, ну, вот как турагент, ну, так да? Должны его познакомиться с вами, вот именно с личностью вашей. Ну вот и опять же, ну вот я не знаю, вот такого. Спорный, конечно, но люди. Неоднозначно, я бы так людей сказала. Хотят. Люди видеть. Хотят людей. Да, они нет, не картинки, а людей. Идем дальше. Я сам не знал. Вот где-то вы, я узнал о них в июле. Так они вас оценивают? Не, у меня сейчас я здесь, в Перчи. Здесь был, наверное, предыдущий у них директор завода, но он не отказался. И вот, допустим, можешь, допустим, от новой информации, там, провести какие-то мероприятия, типа такое. И, допустим, ну, уже как бы представитель организации, понимаешь? И, соответственно, там написано все. Ну, я тебе дам просто телефон, там же очень интересно. И они постоянно ездят по заграничным фонтам. Вот меня приглашали все эти поехать. Но я не поехал, просто у меня совпало с ним. Очень много помощи. Не допустим. Да, да, да.